Дима, как же я хочу пригласить этого артиста. Есть маленькая, но вера, что он все-таки придет. Здравствуйте. Андрей. Да, ну, Катя, вера должна быть всегда большой, а не маленькой. Вообще, лучше всего вера, надежда, любовь, чего я вам всем желаю. Дорогие зрители, а я, как всегда, призываю вас приходить в театр. Увидимся в театре. Анонс спектакля вы можете увидеть у меня в Инстаграме. Весь график, весь распорядок. Приходите. Эксклюзивное интервью с Андреем Соколовым уже в эту пятницу на волнах Радио 1. Все подробности на нашем сайте radio1.news. Будет еще интереснее.